Остановка хлебозавод для рейда выбрана не случайно. Именно здесь люди особенно часто любят перебегать дорогу. Хотя всего в нескольких метрах отсюда есть регулируемый пешеходный переход. По нему дорогу, конечно, тоже переходят, но самые отчаянные бегут на пролом прямо по проезжей части. За короткое время, пока мы снимали репортаж, нарушителей безопасности дорожного движения оказалось больше десятка. Водителей такие пешеходы, мягко говоря, нервируют. Едешь, выбегает человек, как не мешает? Конечно, мешает. Останавливается, тормозит резко. Там. Неизвестно, кто сзади среагирует, не среагирует и так далее. В таких местах, вот где магазины, часто они перебегают. На Химашках здесь, особенно около ленты. Только за прошлый год в Мордовии произошло 272 ДТП с участием пешеходов. 92 из них по вине самих пешеходов. В итоге 16 человек погибли, 79 получили травмы. В январе этого года 5 из 20 ДТП произошли по вине пешеходов. А 14 аварий на пешеходных переходах из-за водителей, которые не хотят быть вежливыми даже на зебре. Пешеходы, которые переходят дорогу в неустановленных для этого местах, также должны будут заплатить установленный законом штраф в размере 500 рублей. Для водителей, которые не пропустили пешеходов на пешеходных переходах, эта сумма составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Но, конечно, самое главное – это жизнь и здоровье людей, которые пренебрегают подчас правилами дорожного движения и таким образом рискуют не только своей жизнью, но и жизнью и здоровьем других людей. Невероятно, но факт. Заядлых бегунов по проезжей части не пугает опасность попасть под колеса. Даже наличие на дороге патруля останавливало далеко не всех. Хотя при этом получить штраф многим совсем не хотелось. Все, кого остановили инспекторы, клятвенно заверяли, что это первый и самый последний раз. Нужно просить. Первый раз. Не, никогда больше не буду. Пойдемте в патрульную машину. Никогда. Я верю вам. Я верю. Честное слово, за ребенком верю. Когда вы проходите проезжую часть в неположенном месте, вы нарушаете правила дорожного движения. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по кодексу административных правонарушений. Знаете об этом? Как вести себя на проезжей части учат еще в младших классах, но, видимо, некоторые, повзрослев, напрочь забыли, чему их учили в школе. Тем, кто забыл, напомним, переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Дойдя до зебры, посмотреть сначала налево, потом направо, и лишь убедившись, что машин нет, пересекать проезжую часть. Людмила Чекала, Алексей Демин. Наши новости.